Здравствуйте, друзья. Хочу несколько натюрмортов показать. Тем более, что вы все просите. И вот нашел у какого-то немецкого художника целый ряд таких женских, аккуратненьких натюрмортов для кухни. Так. Итак. Ну, вот примерно этот цвет. Как у фонового пятна. И нам не придется бороться с холстом, с его белизной. Сразу будем иметь возможность не густой краской разрабатывать деликатные вещи. Натюрморт деликатный, ну и соответственно мы можем деликатно работать по уже тонированной поверхности. Нам не понадобится густая краска для забития белизны. Так, это будет один холст. Ну, сейчас не буду показывать, как я штучки 3 сделаю. Но сделаю штучки 3. Так, здесь у нас будет персик. Опять же розовый-желтый. Второй персик. Примерно здесь будет бокал. Снова беру черный. Черный с розовым. Беру на палец. Синий добавлю к ним. У этого натюрмортика виноград поинтереснее, поэтому я с удовольствием беру отсюда. Так, убираю и теперь разрабатываю. Все равно точной копии не будет, будет близко к тексту. Тут глубина виноградного. Виноградной грозди. Черный розовый. И охра. Для теневой. Все это несколько будет у нас отражаться. Обгрызанный гусеницами листочек.
Так, друзья, смотрите, значит, у меня, поскольку холста другого не было, я начал на формате 50 на 40. Но когда я его набрал, стало очень заметно лишнее пространство. Плюс он немножко у меня съехал, пока я там вкомпоновывал одно к другому. Чтобы не наполнять его просто лишь бы предметами, лишь бы понатыкать, я сделал вот такое обрезание. И в дальнейшем просто будет перетянут холст на меньший подрамник. Это легко сделать в багетной мастерской, вам перетянут. Либо, если у вас мужчина есть, то перетяните, то он вам перетянет. Ну и вы сами, конечно, тоже можете, маленькие форматы легко перетягиваются. Всковыриваются эти скобы и на меньший формат, чуть-чуть натягивая, перетягивается. Но очень важно, чтобы предметы были в натуральную величину близко к этому. И особенно в натюрморте. Потому что если портрету можно прибавить там кусок картины сбоку, там еще что-то, то в натюрморте лучше, вот, чтобы все предметы были чуть меньше натуральной величины или в натуральную величину. Ну, чтобы не получилось, что мы для того, чтобы вкомпоновать в 50 на 40, делаем гигантские ягоды винограда, гигантские персики. А так оно вот камерно, нежненько. И вот эту идею, не чурайтесь ее, это нормально. Используйте для своей живописи. Так, что-то я еще хотел сказать, что... А, формат получился такой. Смотрите, здесь 50, значит, уже остается 40. Ну, 41, 39 где-то. И здесь съедено 9 сантиметров. 39 на 31. 39, да, на 31. Вот. Так что, если будете заказывать подрамник, то 39 на 31. Ну, если там будет 30 на 40, тоже не страшно. А у нас только вчера закончились 30 на 40, был бы идеальный, да? Ладно. Ну, зато вы теперь знаете, как решается проблема. Так. Эллипс в бокале – это важный аспект, важный. Он должен быть именно эллипсом. Очень часто художники метры говорят, ну, если человек не умеет эллипс нарисовать, это, конечно, не художник. Поэтому, конечно, желательно, чтобы это был именно эллипс, а не овал. И это нужно, и этого нужно достичь в натюрморте. Как правило, в натюрмортах есть проявление эллипсов, и вот, и их нужно сделать с максимальным вниманием. Это не должен быть овал. Машенька, там каплет вода. Сделай что-нибудь. Начинаю высветлять и собирать свет на и
и все это показать, что это имеет глубину, этот вход ножки. Опять же, свет из-под теневой, который задает настроение пространства. Так, еще раз обращусь к бокалу, потому что, когда вставал, обнаружил его несовершенство. Заметное. Так, ну что-то такое. Давненько я тоже не писал эти натюрморты, так что немножко даже неожиданно для меня было. Прошу любить и жаловать.